Дом номер 17 по улице Пушкина. Такую картину можно наблюдать уже неделю. Торец многоэтажки из-за постоянного потока горячего пара оброс снежно-ледяной коркой. Редкий прохожий не пожалеет жильцов, как жить в таких условиях. В подъезде также все во льду. При этом температура в помещении, как в бане, больше 30 градусов жары, подвал затоплен. Из-за влажности трудно дышать. Хуже всего обстоят дела в угловых квартирах на первом этаже. Горячий пар из улицы и из подвала валит прямо в жилые комнаты. Входные двери уже с трудом закрываются. Вот так вот. Полы вот сдуты, вот вы видите какие, их все сдуло. То есть пол горячий совершенно был, потому что оттуда давит, пахнет пылью бетонным. Ну, сейчас нет, потому что проветривается. А так пахнет бетоном. То есть оттуда парило, вот, ну, с 30 числа, наверное, началось это. Для них праздники не праздники. Пар из подвала начал валить еще 30 декабря, говорят жильцы. На календаре уже 12 января. За это время их балконы и окна обросли льдом, поднялись полы, начали отходить обои. Ну, видишь, все, оно высохнет, так и останется, его ж никуда не день надо будет отрывать. Живем, двери, окна открываем, смотрим, чтобы лед не намерзал. Закрываем, воду убираем, так проветриваем. А если не открывать окна? Плюс 30 с лишним. Открывай, все отвалится. Тогда. Тут все отвалится сразу. Стенки начинают сыреть, обои пузыриться. Когда закрывают, проветриваешь, так оно высыхает, так оно растягивается на место. А если не открывать окна, то все отвалится. Все это время жильцы кричали о помощи, звонили в аварийные службы, но до сих пор горячий поток валит из-под земли. Как нам пояснили в МУПУ ЖКХ, прорыв образовался на участке от дома до распределительной заглушки. Чтобы провести ремонтные работы, нужно отключать отопление. В 30-градусные морозы, которые стояли на прошлой неделе, сделать это было невозможно. Ремонт трубы коммунальщики начнут только завтра, пояснил главный инженер предприятия. В управляющей компании «Атлант» заверили, что по заявлениям от жильцов будут составлены акты осмотра пострадавших квартир. В свою очередь прокуратура заинтересовалась данным инцидентом и проведет проверку законности действий или бездействия коммунального предприятия.